Смело смотрит в будущее новое поколение парламентариев, но и не забывает о необходимости многолетнего опыта. Новый год молодежный парламент Щелковского района открывает встречи со старшими товарищами, а возможно и будущими коллегами. С пожеланиями успехов и плодотворной работы к представителям органа обратились глава Щелковского района Надежда Суровцева и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Молодежный парламент отличается от общественных молодежных организаций тем, что это, кроме того, что вы будете осуществлять определенную практическую деятельность, это еще школа, ваша школа, поскольку, работая здесь, можно изнутри, в процессе работы, ознакомиться с принципами работы различных ветвей власти, ну и в том числе представителями власти как таковой. Хотелось бы, чтобы вы были упорными в своей работе по данному направлению. Своей задачей молодежный парламент ставит в первую очередь активную общественную деятельность и освещение проблем, актуальных для современной молодежи. В качестве залога успеха такой работы старшие парламентарии отметили соблюдение коллегиальных принципов и, конечно, упорную учебу. Представители молодого поколения также смогли задать актуальные вопросы, затронули темы социальной рекламы, особенности местного самоуправления. В завершение глава района предложила представителям парламента регулярно поддерживать обратную связь через социальные сети. Во время рабочего заседания парламентарии также утвердили список комиссий, в рамках которых в дальнейшем будут вести работу по различным социально-экономическим вопросам. Это будут комиссии по взаимодействию с средствами массовой информации, по вопросам местного самоуправления. Это будет комиссия, затрагивающая вопросы жилищно-коммунального хозяйства. И комиссия по вопросам молодежной политики, образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Так был утвержден список из 5 комиссий. По регламенту каждый из молодых парламентариев должен вступить по крайней мере в одну. Состав комиссии планируют сформировать и утвердить в течение 2 недель. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».